Привет, друзья! В этот раз приготовила кекс по запросу моего сына. Он их очень любит. Особенно взять их в школу и угощать своих друзей. Так что было вынуждено придумать рецепт не менее вкусный, чем классические кексы, но полезные. Для начала в тарелке налила стакан кефира, 2 яйца и 3 ложки сахара. Потом добавила 2 ложки муки белой, пшеничной, 2 ложки отрубей и 2 ложки гречневой муки. Добавляю какао по вкусу. Я люблю интенсивный вкус какао. Добавляю еще 100 мл масла подсолнечной. Мешаем хорошо ложкой, миксер здесь не нужен. Добавляю еще ложку гречневой муки. Решила добавить и орехи, где-то 150 грамм. Цедра лимона, думаю, мешать тоже не будет. И добавит вкус. Добавляю разрыхлитель теста, 1 пакетик. Или ложку пищевой соды, гашеной лимоном. Или уксуса. Мешаю хорошо. Готовлю формочки, наливаю. И все готово. Отправляю в духовку где-то на 25 минут. Я очень довольна этим рецептом. Обязательно приготовлю еще. Дети в восторге! Спасибо большое, что смотрели мое видео!